окно, чтобы понять, сколько, что там не наблюдая никого на замене, у меня стоит 9 человек. Но это мы разберемся, решим. Это может даже вам не интересно, насколько. Вот, насколько вот гол, допустим. Насколько гол. Константин Безруков, первый. На 7-й минуте Динамо уходит вперед. Космачев, у него есть Безруков и Гузанов. Как распорядиться? Гузанов ближний, угол и т.д. Как там? Че и т.д. Помните, как в школе? 2-0. Контратака Динамо. 5-я минута. Такая минута, что я сейчас убью. Сейчас ударю поворотом. Передача. Мяч в груди. Третий. Голубев, что ли, там замкнул? Или это за шиворот завалился? Алексей Лепихин. 11-я. 3-0. Да, продолжим снизу. Отвалился. Плюс копейки. Все, удачно, удачно, удачно. Оп. Он как ударную позицию вышел. Подобрал и... Лепихин почему-то не в центре был. Дмитрий, первый не вышел, второй, ну, раз так судьба распорядилась, раз так фартануло, то вот, пожалуйста, и... Здравствуйте. А, гол. Гол 2-2. 2-2 у нас перерыв. Петухов, передача. Какой гол? У, есть два адреса у Петухова. Есть Евгений Чернышев. Сам вышел. Где? Лал сам. Отвалилась. Кто-то даже, кстати, перехватил эту из оборонки. Отвалилась. Ну, позволили уйти под рабочую, а как раз, знаете, рабочая Это Артему Смирнову. Там правильнее было, конечно, в Артема идти, а там идти Ивану. Это я тут сижу, советую. И там поди, прими решение. Автогол, Сиротин. И минута остается. Я взглянул после этого автогола на табло, там было 49-02. Последнего снова у GT мяч, Буталов, можно войти, да в принципе и вошел. И в ближний угол срезается наконец-то гол Кирилла Козина, наверное, об этом. Вот такую же стрелочку против GT был, там все коленом, по-моему, это было забито. У нас Игорь Горилов, унесенный. Курсы турнира на верхов турнир забыть за самыми, наверное, серьезными наградами. И на имею в виду на микро паузе, на ложном замахе убрали, еще Прокин отдал еще одну, по-моему. Олег, все правильно. Олег. И вскрыто. Отвернулся я смотреть, где Олег. Списки. 2-1, похуда, Джуким впереди. И сразу же третий. Кирилл Козин. Куда я голову только пускаю, сразу голы залетают. Джуким сегодня. Буду держать ее поверх экрана. 3.
Восьмая. Дуэль. Максим Пакименко играет. Кирилл Козин. Кирилл Финач. Хетрик. 4-1 общий счет. Прокин отсюда. А где я? Вот он, я его заказывал нам для шоу, нам, простым болельщикам, вам, нам, простым комментаторам, те, кто за футбол. Голы, наверное, есть. И случилось. А сейчас длина такая. Яковлев принял. Просто прыжки на руку. Поставит под удар, там пробежал уже. Ага. Ой-ой-ой, Артем Полухин. Чего сам не повернулся? Так прекрасно повернулся сам. Ой, вот он какой. Вы знаете, к скольким мячам причастен Олег Цюлев? Ко всем трем. Два забил он и один отдал он Прокину. Вот такой вот ветеран. По-французски